За небывалый героизм и стойкость в защите Отечества. Мемориал в память о работниках прокуратуры Самарской области открывают на улице Чапаевской у здания региональной прокуратуры. На скульптурной композиции, состоящей из бюста участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Николая Бережкова, 75 фамилий. Один из инициаторов открытия мемориала, бывший прокурор Самары Николай Куценко, пришел вспомнить о своих коллегах, почтить их память и возложить цветы. Подвиг каждого из них, отмечает Николай Максимович, бесценен. Те, с которыми там высечены фамилии, почти что со всеми живыми я работал. Я здесь, в Самаре, 60-го года. 62-го года я был следователем прокуратуры Советского района, потом в аппарате работал, потом первым прокурором Автозаводского района был, и после этого сюда переехал. Имя героя СССР работника прокуратуры Куйбышевской области дали мемориалу не случайно. С марта 1943 года боевой путь Николая Борисовича проходил через фронты Великой Отечественной войны. В августе 43-го на самолете Ил-2 он совершил 18 успешных штурмовых вылетов под Ростовом в помощь наземным войскам 2-й общегвардейской армии. Уничтожил 2 танка, 7 автомашин с боеприпасами и 2 батальона пехоты противника. Был удостоен первой награды – Ордена Красной Звезды. Кроме Бережкова, с августа по декабрь 1941 года из органов прокуратуры Куйбышевской области было мобилизовано на фронт свыше 70 человек. Память участников Великой Отечественной войны на торжественном открытии мемориала почтили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, главный федеральный инспектор региона Михаил Феоктистов, прокурор Самарской области Сергей Бережицкий, а также родственники ветеранов и юнармейцы. Этот мемориал, увековечивающий память о защитниках Отечества, сотрудниках прокуратуры. Сегодня наша страна вновь противостоит нацизму. Сегодня мы вновь сражаемся за свой суверенитет. Сражаемся так, в зоне специальной военной операции. Сражаемся здесь, на Самарской земле. И отстаиваем интересы нашего государства, отстаиваем интересы граждан Российской Федерации. Здесь увековечено имя каждого сотрудника прокуратуры, участника Великой Отечественной войны, конечно, еще раз свидетельствует о нашем бережном отношении к исторической памяти. Это прежде всего дань уважения к великому подвигу. Это прежде всего дань уважения к ветеранам-фронтовикам, к ветеранам-прокурорам. Я благодарен всем, кто принимал участие в этой работе. Это место для нас будет, безусловно, памятным. Здесь будут принимать присягу молодые прокуроры. Здесь будут встречаться ветераны. Ранее в столице региона по инициативе прокуратуры Самарской области была открыта мемориальная доска заслуженному юристу Николаю Баженову. Николай Александрович служил в органах прокуратуры много лет. Работал прокурором Куйбышевской области. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Является обладателем множества госнаград. Разрешите по поручению полномочного представителя президента Приволжского федерального округа Комарова Игоря Анатольевича поблагодарить руководство прокуратуры и лично Сергея Петровича Бережицкого и всех, кто принимал участие в открытии, изготовлении этих монументов с этим знаменательным событием. Торжественная церемония открытия памятника ветеранам-фронтовикам завершилась минутой молчания и возложением цветов. Ольга Павлова, Константин Головин. События.